Чрезвычайное заседание Национального совета Палестины пройдет до 22 сентября в Амане или Рамале, заявил посол Палестины в Ирак Нофаль Абдель Хафиз на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины, ООП, на заседании в субботу начал подготовку к проведению внеочередного заседания Национального совета. Последний раз ПНС заседал в апреле 1996 года. Тогда также было произведено переизбрание исполкома ООП. Что касается заседания Национального совета Палестины, то мы говорим о чрезвычайном заседании для того, чтобы избрать новый состав. Сегодня, кстати, подали в отставку 11 членов. Необходимо добиться кворума, 50+1. И в течение месяца сделать это. То есть до 22 сентября мы должны провести это заседание в Амане или Рамалле. Скорее всего, в Амане. За исключением Хамас и Исламского джихада все палестинские организации согласны принять участие в этом совете, сказал дипломат. Как сообщил РИА Новости официальный представитель правящей палестинской партии ООП Фатх Фаис Абу Айта, отставка главы Палестинской национальной администрации, ПНА, Махмуда Аббаса с поста главы исполнительного комитета, ИК, Организации освобождения Палестины, ООП, а также еще 9 членов исполкома, это лишь техническая мера, чтобы созвать чрезвычайный съезд Палестинского национального совета в условиях стагнации как переговорного процесса с Израилем, так и внутрипалестинского урегулирования. Исполком ООП считается высшим исполнительным органом политической власти. Избрание его 18 членов осуществляется на съезде Палестинского национального совета, парламент ООП, РЕД, состоящего из 765 представителей палестинского народа не только на палестинских территориях, но и на оккупированных территориях, и в изгнании. Исполком формируется из представителей различных палестинских сил, кроме Хамас и движения «Исламский джихад».